Очередные актуальные вопросы были рассмотрены на 35-й сессии Совета народных депутатов района. В заседании вместе с народными избранниками приняли участие первый заместитель главы района, заместитель прокурора района, главы сельских поселений и средства массовой информации. Насыщенная повестка из 13 пунктов включала в себя вопросы, относящиеся к земельному и жилищному контролю, контролю в сфере дорожного хозяйства. Отдельно был поднят вопрос муниципальной поддержки и инновационной деятельности на территории района. Кроме того, результатом сессии стали утвержденные назначения Светланы Вороковой на должность председателя контрольно-счетной палаты района и Зураба Льева на должность ее заместителя. Уважаемые депутаты, согласно части 305 Федерального закона номер 6 ФЗ в редакции Федерального закона номер 255, вступающего в силу с 30 сентября 2021 года, должности председателя и заместителя председателя контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации и контрольно-счетного органа муниципального образования относятся соответственно к муниципальным должностям, что мы уже с вами обсудили. Таким образом, федеральным законом номер 255 устанавливается императивная норма об отнесении должностей председателя и заместителя председателя к муниципальным должностям и правовых оснований для замещения названных должностей муниципальными служащими не имеется. В связи с этим Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в соответствии с письмом Счетной палаты Российской Федерации от 30 июля 2021 года рекомендовано переназначение лиц, замещающих соответствующие должности. Это председателя контрольно-счетной палаты Ворокова Светлана Александровна и заместителя председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования Кашкарской Льева Зураба Мухамедовича. Данные люди занимают эти должности с 1 января 2013 года. И у нас были на виду, мы стабильно заслушивали доклад, отчет председателя контрольно-счетной палаты о своей деятельности. С деятельностью мы знакомы, все люди были у нас на виду. Уважаемые депутаты, предлагаю вам проголосовать по данным кандидатурам. О назначении Вороковой Светланы Александровны на должность председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования Кашкабельской. Кто за данное назначение? Кто против? Воздержались? Благодарить всех за оказанное доверие. Безусловно, понимаем всю ответственность, которая на нас возлагается в этой должности. Но опыт работы показывает, что тесное сотрудничество с депутатским корпусом дает свои результаты, поэтому надеемся на дальнейшее взаимодействие. Спасибо. По всем озвученным вопросам депутатами были приняты единогласные решения.